Пропаганда здорового образа жизни в Саратове выходит на новый уровень. Развитию физической культуры городская власть во главе с Олегом Грищенко сегодня уделяет немалое внимание. Для популяризации спорта в Саратов прибыла делегация олимпийских чемпионов. Они осмотрели город и пообщались с начинающими спортсменами. Историю успеха послушала и наша съемочная группа. С хлебом и солью в Саратове встречают гостей из столицы. Олимпийские легенды приплыли на теплоходе в рамках специальной акции. Они путешествуют по городам России и общаются с начинающими спортсменами. Среди гостей из Саратова четырех и даже шестикратные олимпийские чемпионы. Всего свыше 20 звезд советского спорта. Саратов уже шестой регион, который посещают в рамках своей акции. Галина Горохова – одна из руководителей проекта. Говорит, он нужен не только детям, но и самим олимпийским чемпионам. Олимпийцы тоже получают большое удовольствие от общения с детьми, потому что после окончания спорта они становятся как бы невостребованы. И когда они видят, что их смотрят, с почестями встречают, вот эта востребованность, она компенсируется, та, которая когда-то исчезла. Сейчас она появилась. Сразу на встречу с юными спортсменами. На общение лишь несколько часов. Именно столько простоит в Саратове их теплоход. С подростками делятся простым секретом успеха. Главное – поставить цель и идти к ее достижению. Это живая легенда, с ними очень хорошо пообщаться. Эмоции передаются им, как они выступали. Я сама спортсмен, и меня очень воодушевил. Я буду стараться идти вверх и также хочу достичь таких же результатов, как они. Они живая легенда. Легенда Олимпийских игр продолжит свое путешествие. После Саратова отправится в Астрахань, а затем и в другие регионы. В каждом городе будут проводить такие же встречи и заряжать запалом начинающих спортсменов. Всего советские легенды посетят 16 регионов России. Елена Губенкова, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.